Слушайте, а эксперимент? Готовы поэкспериментировать? Да. Нет, правда. Вот буквально... знаете, что-то посчитать, всего лишь посчитать. Но посчитать не совсем просто. Есть, знаете, в музыке есть размеры, да? Две четверти, три четверти, четыре четверти, да? Пять четвертей. Вот я вам предлагаю поучаствовать в пяти четвертях. Значит, смотрите, очень просто, да. Если вы никогда этого не делали, да, не знаете, как это, на самом деле, это замечательный способ научиться. А заодно это будет такой хороший шейкер. Если вы будете шепотом говорить вот так. Раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз. Вот смотри, до пяти читать неудобно, да. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. А вот ты читай. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. У нас будет получаться замечательный пять четвертей. Попробовать готов, да? Ну, сейчас. Чтобы уже, как это, без затей,
научиться петь на 5/4, да. Ну, красивый вид, правда же, да? Да. Замечательно, конечно.